И мы начинаем заключительную трансляцию о соревнованиях в Пекине, где проходит финал Гран-при. На ваших экранах Алексей Урманов, а это его ученик Гордей Горшков. Гордей Горшков, к сожалению, после короткой программы занимает последнее место в соревнованиях юниоров в финале Гран-при. Так бывает. Гордей Горшков далеко не все элементы выполнил чисто, и в такой серьезной компании, которая обычно бывает на финале Гран-при, оказался очень далеко от лидера. Отстает он от Ричарда Дорнбуша из США на 15 баллов. Гордей Горшков в произвольной программе катается под латиноамериканский подбор музыки «Фламенко». Посмотрим его произвольное катание. Что ж, Гордей Горшков, аплодирует ему Галина Петровна.
Голубкова, потому что Гордей все откатал чисто и вообще очень старался как-то исправить эту ситуацию, да и в конце концов, да и терять-то было нечего, что уж там говорить. 4 балла отставания от предпоследнего спортсмена, 7 баллов, или даже сколько больше, 13, 12 баллов отставания от тройки лидеров, поэтому, конечно же, Гордею нужно было кататься так, как он может и умеет. Но, с другой стороны, тренеры вообще всегда дают установку: катайся, как можешь, катайся, как умеешь, и все будет хорошо. А это самое сложное. И сейчас мы поздороваемся и представимся, потому что наша трансляция так началась быстро и спонтанно, прямо с выступления Гордея. На комментаторской позиции Василий Соловьев и Салтан Кокоев. Приветствую. Доброе утро, Василий. Кто знает Гордея, тот знает, что он боец. И он в любой ситуации борется до конца, даже если в течение проката что-то идет не так. Это он нам и сейчас показал. Он цеплялся за все, что он умеет. И сейчас мы увидим оценки. И все будет зависеть теперь от того, как будут кататься остальные участники. Ну, фактически, да. Хотя мне почему-то кажется, что сейчас большинство мальчиков как-то подсоберутся на произвольную программу. Я вообще от них жду, честно говоря, чистого катания. И почему-то на юниоров возлагаю большие надежды сегодня. Ну, кстати, мальчики взрослые тоже неплохо катались вчера, поэтому соревнования получаются, конечно, отборные, классные, все интересно. Судя по баллам моды, да. Урманов приветствует всех Дедом Морозом. 116 баллов, это чуть ниже, чем его season best, то есть сезонный лучший результат, но так тоже где-то недалеко, неплохо. И Алексей его... Гордей сам доволен прокатом, это, наверное, очень важно на...